Использовать все возможности США для борьбы с терроризмом в своем обращении к нации пообещал Барак Обама. По словам американского президента, он рассчитывает на более активное сотрудничество с друзьями и союзниками, в первую очередь Франции и Великобритании. Отмечает, в частности, возможность Москвы вносить вклад в общее дело. Ключ к борьбе с запрещенным в России и многих других странах исламским государством Обама видит в прекращении огня и начале политического диалога в Сирии, что позволило бы сфокусироваться исключительно на разгроме ИГИЛ. Примечательно, что о Башаре Асаде Обама вообще не упомянул, что многие трактовали как отказ от прежнего требования о немедленной отставке сирийского лидера. Формальным поводом для обращения американского президента послужил недавний теракт в Калифорнии, где семейная пара из Пакистана, завербованная ИГИЛ, застрелила 14 пациентов медицинского центра. Особую важность встречи должно было подчеркнуть то, что Обама произносил ее в стенах овального кабинета Белого дома. Обращение, откуда транслируется, крайне редко.